Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала. Не знаю, как сказать. Учитывая рост цен. Да это все бесполезно. Народное мнение. 12:03 в Кирове. Начинается программа «Народное мнение». У микрофона Владимир Сметанин. Со мной ведет передачу журналист газеты «Источник новостей» Александр Грислис. Добрый день, Александр. Добрый день, Володя. Добрый день всем. Да, напоминаем в начале передачи традиционно, что «Народное мнение» — программа, в которой каждый из нас может высказать свою точку зрения по выбранной теме. Мы можем общаться с вами прямо здесь и прямо сейчас в прямом эфире. Напоминаю, наши координаты 211-101, номер для сообщений 8-909-720-101-0. Сегодня 18 мая, и ровно неделю назад в Кирове представили нового временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Александра Соколова. Он пришел на смену Игорю Васильеву, который приехал работать в наш регион, напоминаю, в конце июля 2016 года. И Васильев, и Соколов были назначены временно исполняющими обязанностями президентом Путиным. 10 мая в беседе с главой государства Александр Валентинович заявил, что пока не знает на зубок проблемы Кировской области, это прям цитата, а уже на следующий день, 11 мая, в своем телеграм-канале Соколов обратился к жителям нашего региона с просьбой рассказать ему о нашей области и обозначить существующие проблемы. Вот буквально процитирую. «В этом непростом деле мне нужна помощь», — написал Александр Валентинович. «Прежде всего, ваша, уважаемые жители Кировской области, ведь вы знаете о регионе и о своих городах, поселках и селах гораздо больше, чем любой из чиновников. Поэтому наше с вами общение должно быть максимально открытым и честным». Этот пост собрал сотни и сотни комментариев, если посмотреть в телеграм-канале. Там люди делятся тем, что их беспокоит больше всего. Это и дороги, и ЖКХ, и медицина, школы, детские сады и так далее, и так далее. Собственно, тем же самым я предлагаю вам заняться прямо сейчас. Какие надежды вы возлагаете на нового главу региона, пока с приставкой временно исполняющей обязанности? На что ему следует обратить первоочередное внимание? Какие проблемы, возможно, не решались при предыдущем руководстве, и решать их надо срочно и прямо сейчас, потому что терпеть больше, ну, невозможно. В общем, советы, рекомендации и пожелания новому руководителю нашей области. 211-101, номер для СМС, напоминаю, и других сообщений в мессенджерах 8-909-720-101-0. Традиционно нашу передачу мы начинаем с опроса, который мы совместно с Александром подготовили. Мы вышли на Театральную площадь. И вот с этим простым вопросом обратились к прохожим. Какие надежды вы возлагаете на Александра Соколова? Какие, на ваш взгляд, проблемы следует решать в первую очередь? Александр, какие впечатления у тебя от беседы с жителями нашего региона? У меня довольно противоречивые. Ну, честно говоря, у меня во время вопроса некое дежавю возникло ощущение, потому что проблемы... Губернаторы меняются, врио меняются, а проблемы остаются те же самые. Да. Грязный город, медицина, транспорт и так далее и тому подобное. Все повторяется из года в год, из пятилетки в пятилетку. Да, проблемы областного центра в виде неблагоустроенных дворов, дорог, разбитых тротуаров, скверов, парков. Этому внимание очень много уделили горожане в ходе опроса. Чуть позже мы будем общаться с депутатом городской думы Денисом Ерохиным и спросим его, о чем это вообще говорит, да, что люди из года в год жалуются на вот такой неприглядный вид областного центра. Может быть, дело в руководстве главного города области, может быть, дело в чем-то еще, но это будет чуть позже. А сейчас мы предлагаем вам послушать аудиоверсию этого опроса. Видеоверсия есть в группе нашей радиостанции во ВКонтакте. Точно так же в группе во ВКонтакте газеты «Источник новостей» вы можете посмотреть и послушать. Ну, а трансляция прямого эфира прямо сейчас идет не только на волне 101.0. Вы можете нас слушать также в телеграм-канале, на сайте echokirova.ru. Так что, пожалуйста. Ну и теперь звукорежиссер наш запустит тот самый опрос. Давайте послушаем, что же пожелали новому главе региона жители нашего города, на какие проблемы посоветовали обратить внимание. Итак, давайте слушать. Народное мнение. Ну, конечно, лучше бы благоустроил город, но так он у нас запущен. И, конечно, обратил бы на пенсионеров. Я вот 45 лет на пенсии. Ну вот хочется, конечно,
Хочется пожить как-то. Пожить, хорошо, да, чтобы для себя. Чтобы душа радовалась, да? Да. Ну, мне кажется, в первую очередь на обратить внимание на состояние даже, скажем, вот транспорта, например. Какие ситуации на дорогах происходят, сколько аварий происходит. Ну, для молодежи, мне кажется, больше надо какие-то развлекательные места сделать. Даже не такие вот торговые центры больше, а вот даже больше спортивных площадок, какие-то более хорошо оборудованные. Вот спортивных коробок, там, по футболу, например, баскетбол. Прям надо решать. Скорее всего, дороги. Дороги? Да. А что? Очень беспокоят дороги меня. Так в последние годы в них вкладывается очень много денег. Федеральные миллиарды. Да знаете, это не то, что даже в городе, а по области. Впечатление уже успели какое-то составить о новом руководителе? Видели, слышали? Нет. Не читали пока? Нет. Что? Город, конечно, надо прибирать. Прибирать. Чистота, благоустройство, да, вы считаете, эти проблемы? Безобразие. Угу. Там можно ноги сломать, я вот хожу по Деревняево. Стало мусорно, грязно и ломанный асфальт. Но даже сквер этот и то уделать не могут. Красиво, чтобы сквер был, что-то такое вот, не знаю. На ЖК очень высокие стали, как бы. Коммунальные платежи, да? Да? Очень высокие коммунальные платежи. Да. Как-то вот в этой сфере поработать. Вопросы транспорта, образования, медицины беспокоят вас? Медицина? Да, как бы. Медицина, вот как бы, не знаешь, как записаться к врачу, ну, вот, бесплатному. По дороге. Дороги? Тротуары. Актуально, так как мы с коляской сейчас ездим, нам очень дороги. Мы живем в Чистых Прудах, например. Мы бы хотели, чтобы сделали, наверное, как это называется, да? Парк, может, побольше? Да, может быть, парк какой-то, потому что у нас там место, практически не да, ничего устроили, нет. Да, озелененное какое-то. Угу. Что-то убрать отсюда, с театральной площади, посмотреть? На своих жителей? Своих жителей? А какой еще вопрос простой? А как-то бы поднять участников Чернобыльской. Ветеранов ликвидации, да, Чернобыльской. Все, да, потому что у нас уже камень давно заложен, памятника нету. Вот, и как-то все это в сторону уходило. Ну, много вопросов. Сейчас сразу так это, я думаю, освоится и нормально подберет свой клан. Я мастерица Дымковской игрушки. Так. Вот рекомендуем заняться нашим народными промыслами, да? Потому что они на сей момент они в абсолютно удручающем, дичайшем состоянии. Очень давно абсолютно проблема, позорным для нашего региона. Вот это вот от души. А это еще и лицо, сердце региона. Это лицо, да, потому что у меня этим занималась мама. И я знаю, как сколько уделяли внимания условно 80-е годы и так далее. Это было лицо нашего города. С пробками, пожалуйста. Я не успеваю на учебу. Пробки? Да, пробки. Большое количество транспорта на улице города. Да, очень огромное. И все по одной дороге ездят, по которой и я. Как живется в Кирове вам? Вот какие проблемы есть, от которых бы хотелось избавиться? Хорошо. Хорошо живется в Кирове? Да. Никаких проблем нету? Нет. Работай. Да. Пусть только работает. Да. Если он может делать будет. Если не может... А что конкретно в экономике? Экономика лесная, промышленность, машиностроение. Сколько заводов уже закрыто? В первую очередь дороги. Дороги? Ну, транспорт. Чтобы пассажирский транспорт ходил вовремя и всегда. Железная дорога, чтобы тоже не подводила. Железная дорога. Это в смысле, когда посевная, вот когда сады начинаются, чтобы садоводы добирались. Я никого, ни на кого не надеюсь в своей жизни. И в советское время ни на кого не надеялся. Я не жду какую-то манну небесную от правительства, от президента, от губернатора. Я должен сам работать, сам зарабатывать. У меня пятеро детей, отлично. Все устроены, все прекрасно. Вы абсолютно счастливый человек. Да. Ничего себе. Я действительно счастливый человек. Народное мнение. Ну, тут надо сказать, просто красавчик, да, мужчина в возрасте, который сказал, что он не надеется ни на кого из руководителей, надеется только на себя, он абсолютно счастливый человек. Ну и все-таки, что вы пожелаете новому руководителю региона, какие надежды на него возлагаете, какими проблемами стоит ему заняться в первую очередь, не беспокойтесь, СМИ слышат.
И те, кто надо, те обязательно поинтересуются и возьмут на заметку то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. 211-101, номер прямого эфира, номер для сообщений 8-909-720-101-0. В этой истории, Александр, ты знаешь, меня уже как-то начинает беспокоить тот факт, что до сих пор, по прошествии недели работы Соколова в нашем регионе, еще не было такой большой пресс-конференции, не было приглашено представителей средств массовой информации. Да, я как раз, Володь, посмотрел другие четыре региона, где одновременно с Кировской областью были назначены в Рио губернаторов. Так вот, в двух из них уже, так сказать, представили глав региона средств массовой информации. Да, в частности, 13 мая, это уже на третий день после назначения, глава Рязанской области Павел Малков провел пресс-конференцию для СМИ. Вот единственный из пяти назначенных в Рио. А глава Саратовской области Роман Бусаргин завтра, а точнее в пятницу 20 мая, проведет аж прямую линию с жителями. Подготовила команда уже прямую линию на 10-й день. Прямая линия с задействованием каких СМИ? Социальные сети, правительство, губернатора и так далее. То есть, видимо, с возможностью задавать вопросы, да. Ну или пока не знаем каких-то конкретных моментов. У нас же пока не спешит познакомиться. Ну, надеемся. Надеемся, как сотрудники СМИ, что это произойдет в ближайшее время, да. У нас на связи слушатель. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Валентина. Валентина, да, Я все время ратую за возвращение нам нашего регионального времени. Вот недавно Путин даже где-то бывал, я сейчас подзабыла, где-то это, может быть, недели две назад или что-то, даже пожаловался, где-то он был в регионе, говорит, ой, так меня замучили наши эти часы биологические, совсем неподходящие. А мы живем со времен Медведева, все в своем неподходящем времени. Давайте вернемся к наше региональное время. На вот час, мое... на час вперед, да? Да, да, мы потому просто что давненько об этом не говорили, это очень явно летом или весной, когда уже можно вовсю там трудиться и прочее, ни транспорт, ничего не работает, и мы все смеялись с мужем, а мы все лежим, ждем, когда же это все это пойдет. Ну, как-то вот, понимаете, очень плохо. А вам... Биоритмы нельзя биоритмы нарушать. Ну, вам лично вот сейчас в вашем положении, да, вот исходя из того, чем вы сейчас заняты ежедневно, чем конкретно дискомфорт доставляет то, что мы живем по московскому времени? Вам сейчас вот просыпаться мне, трудно, мне засыпать сейчас, тяжело. Даже мне сейчас, хоть я и пенсионерка глубокая, тоже я это чувствую. А вот работающим и учащимся очень даже заметно. Многие жалуются. Просто знают, что опять ничего не послушают, опять ничего не сделают. Вот Васильев целыми днями сидел в Москве, его это не... Кстати, он когда-то говорил с общественной палатой и спросил, вас устраивает... не с общественной, а с нашими... предпринимателями, самые-самые могущественные. Ага. Да. А он спросил, вас это напрягает? Они говорят, да нет, ну и меня не напрягает, так что не будем этот вопрос решать. То есть люди просили, но вот какие-то предприниматели, они там сидят в Москве, их это устраивает. Вот и все. Да, если не ошибаюсь, Удмуртия живет на час вперед. Не так давно они приняли такое решение. Медведев это все сделал, очень многие области сразу вернулись в свое региональное время и не стали там преклоняться там и все прочее. Я знаю четко, что все живут-то по своему региональному времени и нечего пристраиваться. А это бизнес, он нормально идет. Вот я из Челябинской области, я много лет там прожила и родилась и все прочее. У нас было на 2 часа раньше. Да, раньше. И ничего, никто не страдал, никакой ни бизнес, ничего. Все прекрасно себя чувствуют, и бизнес идет на 100%. Валентин, спасибо. Да. Интересную проблему вы подняли, которую не затронули жители нашего города в ходе нашего опроса. Про стрелки часов мы ничего не слышали. Ну что ж, может быть, есть в этом действительно серьезное обоснование для дальнейшей работы. Александр Соколов в том числе. 211-101, прямой эфир, номер для сообщений 8-909-720-101-0.
Можете позвонить прямо сейчас и высказать свои пожелания по работе нового временно исполняющего обязанности главы нашего региона, советы, рекомендации, на что обратить внимание, что, возможно, долгое время не решалось. Чего ждете, в общем? Простым языком можете позвонить и высказаться. Мы остановились на том, что предприняли уже временно исполняющие обязанности в других регионах. В двух регионах. В двух регионах, да. Ну вот, в частности, уже наше областное правительство выложило официальную биографию Александра Валентиновича. Ну, всегда ведь, мне кажется, хочется познакомиться с человеком, который руководит, тобой руководит и теми, кто живет рядом с тобой. Просто у нас как-то в России сложилось, представители органов власти, люди, занимающие всевозможные высокие посты, они как-то закрыты от общественности, и мало о них мы что знаем. Если вы еще не слышали эту информацию, то буквально кратко повторю, что нынешний руководитель нашего региона, он практически на 10 лет младше Игоря Васильева. 4 августа 1970 года родился он в Костроме. По первому образованию он учитель истории. Закончил Костромской педагогический институт имени Николая Алексеевича Некрасова. Я тут, кстати, споткнулся, потому что точно помню, что Некрасов связан был с Ярославской областью. Но немножко проштудировал этот вопрос. Оказывается, наш великий поэт много времени в Костромской-то губернии в свое время проводил, и, в частности, с Костромской землей у него связаны такие произведения, как «Кому на Руси жить хорошо» и так далее. Ну ладно, отвлекся. В опыт работы в правительственных органах у Александра Валентиновича именно вот в конкретном субъекте, на родине, начинается в 2014 году, тогда он стал заместителем губернатора и первым заместителем губернатора Костромской области, затем до 2017 года временно исполняющий обязанности первого замгубернатора Костромской области, и последние 5 лет Соколов проработал начальником департамента администрации президента Российской Федерации, референтом управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Госсовета нашей страны. Именно из администрации президента он пришел руководить нашей областью. Очень интересный материал выпустили наши коллеги. Да, коллеги из первоисточника. Первоисточника, да? Главный редактор Антон Погодин связался с журналистами из Костромы, который рассказал некоторые свои... Продолжай. Давай хотя бы 2-3 минутки этому уделим. Да. И Кирилл Рубанков, представитель интернет-портала «Кострома Тудей», в частности, сказал, что Соколов, насколько он знает, человек достаточно жесткий, что он хороший управленец, что умеет выстраивать отношения с людьми и собирать команду. Угу. И там несколько слов о его хобби еще было сказано. Да, очень интересный момент, готовит, я с большим удовольствием прочитал. В том числе мясные блюда. И увлекается историей и краеведением. История, ну, логично. Да, собственно, человек, откуда вышел, тем он и, наверное, должен увлекаться в всю последующую жизнь, да. У нас на связи сейчас депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. Денис, приветствуем вас. Да, добрый день. Добрый день. Говорим о новом временно исполняющем обязанности губернатора нашего региона. Выслушиваем жителей города, чего бы они хотели увидеть, на какие конкретно действия нового главы рассчитывают. И вот недавно мы провели опрос прямо на Театральной площади, и, ну не знаю, каждый третий опрошенный высказался за то, что новый глава региона должен лучше заботиться об облике областного центра. Грязь, пыль, разбитые дороги, тротуары, плохо работающий общественный транспорт, нехорошая обстановка в скверах, парках, такая неблагоустроенность. Денис, о чем это говорит? О том, что руководство областного центра вообще не уделяет внимания этим вопросам уже на протяжении долгого времени? Почему в сторону губернатора-то люди вот такие надежды возлагают? Вы знаете, я думаю, что люди уже потеряли веру в городской администрации, потому что вот это... Та чехарда с главами администрации, когда у нас ни один глава администрации не дорабатывает 5 лет свой срок, который он должен, да, находиться на тот период, да, который с ним, да, подписывается контракт. Вот. И, как правило, все это заканчивается уголовными делами. Да. Люди разочаровались. Поэтому люди, наверное, уже вынуждены обращаться выше, то есть самообращаться к губернатору для того, чтобы хотя бы как-то услышали. На что следует обратить внимание, я полностью согласен с жителями, это
Парки – это скверы, ну, то есть, точнее, можно сказать, их запущенность и, ну, где-то отсутствие, наверное. Тротуары, они, конечно, где-то улучшились, но большинство, то есть, еще остаются в достаточно печальном состоянии. Дороги, которые, несмотря на те деньги, которые выделяются, они тают вместе со снегом у нас. Каждый год одно и то же, вроде бы по осени их делают, а по весне все происходит то же самое. Но это, смотрите, в последние годы серьезные деньги выделяются, федеральные, на ремонт дорог и тротуаров. Но почему кировчане этого не замечают? Ну, видимо, качество, видимо, вот те истории, которые у нас там питают в виде там слухов и там то, что там это достаточно коррупционная вся эта история. Ну, видимо, она имеет правду на существование, правду на то, что вот происходит у нас в дорогах. Потому что, ну, каждый год, когда делают и выделяют миллиарды, и потом снова появляются ямы, ну, это, на мой взгляд, недопустимо. Ну, также на все городские предприятия, которые остались, это Горэлектросеть, это там Гордормострой, его там, скажем, с достаточно большими как бы оборотами, но тем не менее постоянно каждый год почти с убытками. На муниципальное имущество, которое, ну, непонятно там как используется и вообще, то есть функции, допустим, такие предприятия, как центральный рынок, там, к примеру, что там происходит, то есть это реально в любом городе, тем более в областном центре, это некая визитная карточка города, куда люди ходят и покупают, там, фермеры продают свои продукты, люди покупают достаточно дешевые товары, а у нас это просто реально машина времени переместиться в 90-й год, да. То есть у нас за это время из него просто выкачивали, никто ничего с ним не делал. Комбинат общественного питания, вот все эти истории, которые там, допустим, шоколадом, когда город не признал ущерб, который был принесен и который высчитал Следственный комитет, но так как не было заявления от города, ущерб был не признан, уголовное дело было закрыто. Вот на все эти коррупционные истории, вот эти остановки по 3700, ну мы же никто же не думает, что это просто случайность или... То есть тут два варианта, либо тупость, тогда этих чиновников просто надо выгонять оттуда, либо это просто коррупция в чистом виде. На мой взгляд, это все-таки второе. Поэтому, естественно, если как бы все оставить все так, как есть, ну, это будет продолжаться, и никакого эффекта новый губернатор не покажет. А если вот, он будет обращать внимание на эти все вещи, то, ну, конечно, то есть будет что-то меняться. А вот по поводу команды, которая будет работать с новым главой области, тут разные оценки уже есть, и пока нам заявлено, что все чиновники, члены правительства Кировской области, которые работали при Игоре Васильеве, они продолжат свою идею. Но, на ваш взгляд, насколько серьезно нужно менять сейчас именно областную команду руководителей? Ну, вы знаете, я за область меньше могу сказать. Я думаю, что, конечно, надо менять, потому что в любом случае, то есть, иначе все останется так, как есть. Поэтому, ну, у нас предыдущая команда не показала никаких выдающихся результатов. Мы все 5 лет ждали НЭП, наведения элементарного порядка. Ну, к сожалению, мы его так и не дождались. Мы элементарный порядок видим только, как навел Следственный комитет и правоохранительные органы вот теми посадками и теми репортажами ваших коллег из судов. Вот это мы как бы видим. Вот если это НЭП, тогда он как бы, да, он произошел. Но мы-то ждали не этот НЭП, мы ждали ухоженный город, мы ждали поддержка бизнеса, который будет сюда ехать и развиваться, а не уезжать отсюда, по крайней мере, юридически, да. То есть мы все ждали вот этого. Но, к сожалению, этого ничего не произошло. Если всех оставить, кто был, да, ну, наверное, будет все это же самое, и никакого эффекта, наверное, не будет. Денис, скажите, а вы помните, с чего начинал, ну, в том числе, с чего начинал в Рио губернатора Игорь Васильев? Он выходил ведь на прогулки по городу с коляской, по-моему, с детской, да, что-то, что такое дело-то было? Такие показательные были, ну, телевизионные, знаете, сюжеты. Ну, начинает, я думаю, что это технологии им подсказывают, с чего начинать. А, понятно. И начинает
я думаю, что все вот эта свита, которая бывшие, вернее, которые чиновники уже здесь до бестах, начинают водить по каким-то заранее спланированным маршрутам, да? То есть я думаю, что... Не, я хотел спросить, да, новому в Рио стоит ли продолжить этот опыт, регулярно какие-то прогулки, беседы с жителями города проводить? Ну вот просто ну, когда это можно... это точно без вот этой свиты, которая просто, ну, зачастую иногда, наверное, создает массовку, да, там, например, там в больнице или где-то во дворе, и там, где там как бы люди по... ну, там, к примеру, лояльны чему-то, говорят там спасибо там за то, что у нас там, не знаю, светит солнце. Поэтому, конечно, этого не стоит делать, а стоит делать, конечно, общаться с жителями необходимо, но это необходимо делать, как бы, я считаю, реально, вот прямо вот выйти и... Спонтанно, да, когда нет спонтанно, определенного, да, сценария и режиссуры. Спонтанно заехать в какую-то больницу, они самое со свиты, где все приготовлено, спонтанно заехать в какую-то школьную столовую, спонтанно заехать на и там еще куда-то, там, в спортивную школу, там, в эту, в третью, например, где там украли трамплин, пусть там как бы объяснят, куда он делся, да. Все вот это делать спонтанно, вот то, что, ну, как бы без вот этих подготовительных, ну, таких вот мероприятий с действующими чиновниками, потому что иначе никогда реальную картинку, как бы ее просто не увидеть. Вот. Спасибо, Денис. Да, такая часть вашего нашего общего народного мнения в этой передаче прозвучала. Спасибо за комментарий. 211-101, вы тоже можете позвонить и высказать свои пожелания новому временно исполняющему обязанности главы нашего региона. Что вас беспокоит, на что следует обратить первоочередное внимание? Номер для сообщений 8-909-720-101-0. Вот сейчас Денис Ерохин рассказал про то, что не надо бы заранее режиссировать, да, эти выезды, какие-то визиты в социальные учреждения. Телеграм-канал прям кипит в Рио, да? Ты читаешь эти комментарии, которые люди оставляют там? Да, безусловно, это опять же сравнил с соседними с четырьмя регионами, где были назначены тоже в Рио. Все пять завели телеграм-каналы, правда, один из пяти регионов, Томская область, только сегодня завел телеграм-канал. Ну, он или политтехнологи. И на что я, Володь, обратил внимание, да, такого количества огромного комментариев, как у губернатора Кировской области в телеграм-канале, нет ни в одном из пяти регионов. Но у нас сотни прям комментариев. Прям там, 500, 600 там набирает. К посту, каждым постом, да, где Александр Валентинович сходил в поликлинике, там около 700, да, комментариев. Около 700, да. В других регионах около сотни комментариев. И, кстати, в этом... люди словно какой-то глоток свежего воздуха почуяли. Да-да-да. Приоткрыв да, форточку и начали туда свои жалобы. Да-да-да. И вот как раз, да, в этом посте у Соколова про то, что он посетил детский диагностический центр, там в том числе есть там комментарии такого с упреком, да, говорят, пишут, вернее, люди о том, что почему вы заранее пришли в какую-то предупрежденную, да, организацию, почему бы нельзя было просто так с улицы зайти в обычную поликлинику, посидели бы в очереди, пообщались с теми, кто там тоже дожидается приема врача, узнали бы гораздо больше. Еще там, кстати, Александр Валентинович пишет, что в одной из поликлиник меня узнали, не думаю, что его узнали на третий день пребывания в регионе. Я думаю, что узнали команду с камерами, которая была, да, рядом. Окружение, собственно. Ну да, скорее всего, так и могло произойти. То, о чем говорил Денис Ерохин. Да, так и могло произойти. У нас время рекламы подходит. Сейчас прервемся буквально на минуту. 211-101, если вы хотите высказать свое пожелание, можно с критикой обратиться. Безусловно, это народное мнение. Прямо сейчас можете позвонить 8-909-720-101-0 для сообщений. И прерываемся на небольшую паузу. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение. Да, довольно свободно и не ограничивает себя в выражениях пользователи, жители Кировской области, которые оставляют свои комментарии в телеграм-канале в Рио Александра Соколова. Буквально несколько процитирую. Подосиновский район умирает, дорог нет, все разграблено, разрушено. Желаем успешной и плодотворной работы вам. Пожелание от следующего пользователя. По южному обходу города, пожалуйста, проедьте. Попробуйте проехать долгострой еще тот. Обязательно загляните в Вятские поляны. Кстати, там масса сообщений из Вятских полян. Люди жалуются на тяжелые условия жизни. В Богородском районе тоже нет газа, врачей нет и дорог нет. Обязательно загляните в Яранский район. Далее сообщение про поселок Сидоровка. Обещают сделать
5 лет дорогу. Прокатитесь и посмотрите сами на эти условия. Очень много, да, сообщений о различных проблемах. Сейчас мы пообщаемся с Дмитрием Сергеевым, членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Дмитрий Валерьевич, добрый день. Добрый день. Да, да, добрый день, здравствуйте. Собираем наказы, если говорить простым языком, в Рио губернатора Кировской области. На ваш взгляд, какие проблемы, которые, возможно, не уделяли которым, возможно, внимание в последние годы, их надо сейчас вот поднимать, быстро решать. Что вас беспокоит больше всего и как жителя Кирова, и как представителя общественного движения «Широкого»? Ну, губернатор все-таки представитель исполнительных органов власти, причем, ну, в моем понимании, он олицетворяет все уровни, то есть и областные, и муниципальные. Поэтому мое, вот, скажем так, мои надежды связаны с изменением в кадровой политике. То есть хотелось бы, чтобы на руководящих постах, там, где принимаются конкретные решения в той или иной сфере, появились люди профессиональные, которые принимали, соответственно, и профессиональные решения. То есть о чем я говорю, наверное, в первую очередь касается муниципалитета города Кирова, но, например, профильного зама по строительству у нас уже нет на протяжении там десятков месяцев, да, то есть это говорит о том, что либо это не является приоритетным направлением деятельности исполнительных органов власти, либо такой кадровый голод, что не могут найти подходящую кандидатуру. А почему это важно? И те проблемы, которые, да, с этим возникают. А почему это важно, если вот таким простым языком попытаться объяснить зам по строительству, что бы это дало непосредственно строительным организациям? Ну, это, во-первых, профессиональный подход, то есть понимание тех проблем, которые существуют в отрасли, да, то есть и их уже... То есть это более тесная связь, да, оперативное... Ну, хотя бы профессионально донести, что те проблемы, которые на сегодняшний день есть в области, потому что из уст первых лиц я слышу, что да, проблем-то нет, а проблемы есть. Проблемы есть, да, безусловно. Соответственно, можно сделать вывод, что уровень профессионализма нынешней команды на уровне нашего муниципалитета вас далеко не устраивает. И вообще, нет, да, и что вообще значит профессионализм руководителя, ну, чиновника, если простым языком? Ну, во-первых, этот руководитель, этот чиновник должен прийти или связан быть с той сферой, которую он возглавляет. То есть у него должны быть накоплены определенные знания, умения в этой сфере. То есть, если ты сегодня лечишь людей, а завтра управляешь транспортом, то, естественно, наверное, ничего хорошего из этого не выйдет. Каким бы ты замечательным человеком ни был, но хороший человек – это не профессия. А вот профессия, и она приобретается и в профессиональном учебных заведениях, и в опыте работы. А на областном уровне команда руководителей тот же самый подход нужно исповедовать? Тоже профессионализм? Я думаю, что да. То есть, это все равно должна быть какая-то преемственность, и это профессионализм. Если говорить о других сферах, которые тоже заслуживают не меньшего внимания, какие еще можно было бы советовать? Здесь, наверное, так вот, если, скажем, в общих чертах, то это все-таки, наверное, слушать жителей и Кировской области, и города Кирова в частности, то есть решая те или иные проблемы, все-таки прислушиваться к мнению тех людей, ради которых, по идее, эти все изменения и делаются. К сожалению, в последнее время я вижу, что вот те негативы, которые идут от жителей, они не воспринимаются и решаются все с точки зрения «я власть, я так сказал, так и будет». Это нужно менять, на ваш взгляд, да, такой подход в Но работе? Я думаю, что без этого как бы не должно быть, как сказать, строится жизнь в нашем государстве в целом, да, то есть... Ну, чиновники, они призваны для того, чтобы решать проблемы жителей в той территории, которую они возглавляют. А вот уже неделю работает Александр Валентинович у нас в регионе. Вы следите, читаете телеграм-канал, что он уже посетил. Да, что он уже посетил, как вот оцениваете эти первые шаги? Ну, вполне, наверное, было ожидаемо, что именно с... обозревание медицинской сферы, да, он начал свое знакомство в Кировской области, потому что наша медицина, она долгое время, ну, ставится в некий пример по сравнению с другими отраслями, да, по ее развитию, потому что сделано и делается в последнее время. Ожидаемо было, да, что медицина? Я думаю, что да, это было ожидаемо, тем более в свете там последних нескольких лет, когда мы жили в условиях
ну, наверное, такого ранее не встречавшегося примера, да, то есть борьбы с ковидом. Естественно, это одно из приоритетных направлений должно быть у губернатора, но не единственным. То есть одно из, мне кажется, таких ключевых мест должно быть это уровень жизни. А уровень жизни – это возможность работать и зарабатывать. То есть надеюсь, что новый губернатор, новый исполняющий обязанности губернатора уделит этому тоже должное внимание. А какой объект бы посоветовали Александру Валентиновичу посетить прямо в ближайшее время, посмотреть своими глазами? Я думаю, что это не один должен быть объект, да, то есть это должны быть и промышленные, и сельские предприятия, и перерабатывающие, ну и надеюсь, что стройка. Спасибо большое, Дмитрий Сергеев, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Есть еще немного времени для того, чтобы мы с вами могли пообщаться. 211-101, номер прямого эфира. Звоните, номер для смс-сообщений, сообщений в WhatsApp, в Вайбере 8-909-720-101-0. Опрос наш с тобой подготовленный совместно с газетой «Источник новостей». Люди тоже там потихонечку комментируют в нашей группе во ВКонтакте. Вы что, с ума сошли, возмущается Геннадий. Губернатор уходит от острых проблем. Но пока мы еще не видим, уходит он или не уходит. Валентина написала: «Воспитанием людей нужно заняться. Культурным воспитанием. Стали все злые, не уважают друг друга, не берегут то, что есть, замечают только плохое». Согласен с Валентиной? Полностью согласен. Да, в последнее время мы как-то заточены на то, чтобы видеть только какие-то негативные моменты. 211-101, 8-909-720-101-0. А меж тем, вот я смотрю, у меня телеграм-канал открыт. Люди потихонечку пишут в канале Александра Валентиновича, и в город Советский его тут приглашают посетить как можно быстрее, и до Мурыгина добраться. Обратите, пожалуйста, внимание на уборку улиц. Летом пыль такая, что дышать невозможно, а зимой ни одного дворника не видно, тротуары в гололеде. Еще мало лавочек в городе, очень не хватает даже на набережной. Ну, кстати, про набережную уже успел немного высказаться в Рио Соколов, что он там прогуливался по набережной. Снял видео в свой телефон. Да, развернул камеру, и, соответственно, неприглядный фасад тут открылся виду. И потребовал от главы администрации решить проблему с этим. А вот интересно, Саш, вопрос. Реально существуют рычаги, инструменты, когда руководитель региона прям может надавить, что называется, здесь, на руководство, думаю, главного города? Всего... Вот как это интересно происходит? По звонку? Там, это, скорее всего, политтехнологические рычаги, а не хозяйственные. Но так или иначе, людям-то обычным, в том числе жителям этого дома, интересно в первую очередь, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, да, и преобразился этот объект. Чтобы сдвинулось дело, нужно теребить свою управляющую компанию. Если она не работает, тогда ГЖИ. Механизмы известны. Но это точно не первое лицо региона должно снимать видео. Ну, его эмоционально-то ведь можно понять. Вот он шел, он увидел, ему не понравилось. Может, он раньше этого вообще не видел, чтобы в одном из самых многолюдных прогулок... что, в Костроме, думаешь, нет обшарпанных домов? Я думаю, есть. Но человек последние 5 лет работал в администрации президента. Он привык к столичным видам, где этому вниманию уделяется гораздо-гораздо больше. Ну, не знаю, это мои оценочные суждения, мои соображения. Возможно. Да, возможно. Анастасия Скурихина у нас на связи, эколог и депутат Законодательного собрания Кировской области. Анастасия, приветствую вас. Да, добрый день. Да, Анастасия, на мой взгляд, по моему мнению, экологическая обстановка в Кировской области в последнее время обостряется. Регулярно появляются в СМИ сообщения о том, что здесь найдена свалка опасных отходов, там найдены речные объекты, лесные объекты. Все это находится в достаточно такой серьезной опасности. Вы, как эколог, в первую очередь, что бы посоветовали временно исполняющему обязанности, на какие проблемы обратить внимание? Ну да, вы верно подметили, что в первую очередь то, что на глазах у всех людей, это отходы, которые сейчас не просто там условно мы наблюдаем возле мусорных баков, мы наблюдаем в природе, то есть действительно около водоемов, лесных массивах, парках, скверах. То есть это системная проблема, которая касается не только, конечно, муниципалитета конкретного, где лежат данные отходы, либо там конкретно территории. Это проблема нескольких взаимосвязанных ведомств, и это проблема в том числе законодательного характера. К сожалению, это не проблема регионального уровня, то есть эта проблема касается и других регионов, вообще всей страны в целом. У нас есть определенные пробелы в законодательстве федеральном, где
собственно, нужно вносить поправки, чтобы система, вернее, проблема могла иметь какое-то системное решение. А в чем конкретно это заключается суть? Да, там, что за механизм должен быть разработан? Суть проблемы в том, что сейчас уборку, скажем, таких несанкционированных свалок свалили на плечи муниципалитета. Муниципалитета, да. Да, да, у которых нет на это совершенно никакого бюджета, то есть проблему как бы переложили на эти плечи, а денег на уборку не дали. Соответственно, сейчас нужно вернуть как минимум, может быть, как все было, либо даже улучшить механизм, когда, скажем, Министерство лесного хозяйства отвечало за свалки в лесах, да, или там Министерство экологии в природоохранных зонах, ну и так далее. Поэтому вот ряд таких вещей, и причем должна быть инициатива именно от руководства регионов, я так считаю, и консолидированы, скажем так, усилия всех ведомств. Мы об этом говорили уже неоднократно и на комитете по экологии, и в общественной палате, как раз на тему проблемы такой комплексной. Также у нас серьезная проблема, смотрите, это ведь тоже ситуация о чем? О том, что люди просто, то есть если мы будем говорить постоянно за людьми, то проблемы тоже не решить. То есть нужно с людьми вести работу о том, что не нужно так делать, и говорить о том, как делать нужно. А это как раз сфера экопросвещения. Экопросвещение у нас, и слово, совсем в регионе не работает. И вот эту сферу как раз, работа с населением и работа системная с уже образованными отходами, вот она должна двигаться в таком направлении. Ну, остается надеяться, что время исполняющей обязанности да, в ближайшее время, не знаю, будет активно встречаться, в том числе и с представителями экологического сообщества, где можно будет рассказать о своем решении и видении проблем. А проблема, кстати, раздельного сбора мусора. Да. Надо ли ее серьезно подопнуть уже в конце концов? Да. Настолько много про нее говорю, что, мне кажется, уже замыленная тема, но это однозначно следующий этап. То есть первый этап – это общий мусор, да, который нужно вообще убирать из природы, а второй этап – это мусор, который в целом можно было бы разделить, но он не разделен до сих пор. То есть вот с 2016 года идет мусорная реформа, прошло уже 6 лет, у нас регион практически не продвинулся в этом отношении, ну, то есть вообще полностью. Поэтому, да, то есть здесь, ну, поскольку мы в этом вообще собаку съели, готовы включаться во все процессы и инициировать все процессы, чтобы у нас раздельный сбор развивался в совершенно другом уровне. А вот интересно... В других регионах, которые можно назвать ключевыми. А вот интересно, да, при предыдущем руководителе очень много ведь говорилось о том, что в Кирове будут строиться мусороперерабатывающие предприятия, мусоросортировка будет развиваться. Вот интересно, при новом главе эта тема не заглохнет? И как бы так сделать, чтобы она действительно не заглохла, а наоборот получила какое-то новое развитие, более активное? Интересный вопрос. Ну да. Ну, если я не ошибаюсь, строительство мусоросортировочного комплекса уже согласовано. Да, это федеральные деньги, да? Федеральные деньги? Ну да, федеральные да. деньги, то есть поэтому это вроде как не должно исчезнуть это... просто так. Ну да, то есть я думаю, что это вряд ли будет остановлено. Спасибо. Спасибо за комментарий. Анастасия Скурихина, эколог, депутат законодательного собрания Кировской области. Смотрю на время. Времени у нас уже практически не остается. Это «Народное мнение», напоминаю, где мы с вами попытались найти особо проблемные точки для того, чтобы указать на них новому временно исполняющему обязанности главы нашего региона Александру Соколову. Ну и надеемся мы с тобой, Александр, как работники СМИ, что в ближайшее время большая пресс-конференция руководителя области все-таки состоится, ну, судя по опыту прочих субъектов, где поменялись главы. Безусловно, пора знакомиться, должно произойти. Пора рассказать журналистам, а журналисты, в свою очередь, расскажут всем жителям Кировской области. Своим слушателям, читателям, зрителям и так далее. На этом программу завершаем. Александр Грислис, журналист газеты «Источник новостей». Владимир Сметанин. Да, спасибо большое. До следующей среды. До свидания. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Народное мнение.